Radio Stotis FM 99. Šios savaitės tema. Na, ko gero, ne tik šios savaitės, bet ir artimiausių dienų tema, kas darosi Ukrainoje, apie tai mes informuojame visą dieną. Na, o dabar pabandykime pasiaiškinti, kas iš tikrųjų yra Kremenčiuko mieste. Miestas, kuris turi giminystės ryšius su Alytumi, mūsų pašnekovas, Kremenčiuko vystymo instituto direktorius pavaduotojas Andrejus Melnikas. Andrej, добрый день. Доброго дня. Да, хотелось бы сказать добрый день, но день не добрый, с самого раннего утра. Какая ситуация сейчас в Кременчуке? Ну, у нас началось, конечно, все с паники, потому что люди стали очень переживать, потому что у нас поступает информация о том, что в некоторых городах идет бомбежка там. Prasidėjo viskas nuo panikos, žmonės labai pergyveno. Girdim informaciją, kad kai kurie miestai bombarduojami, žmonės labai pergyveno, ėjo prie bankomatų. Tačiau dabar padėtis normalizavosi, žmonės supranta, kad valdžia situaciją valdo. Prezidentas kreipėsi į tautą, buvo ir tarybos susirinkimai, kur labai aiškiai buvo išaiškinta, kaip elgtis. Visur yra atsakingi asmenys paskirti. Žmonės daugiausiai būna namuose ir ruošiasi bet kokiam variantui. Vat, į būdį zasidanį spalkomą, Raskovo sovietą. Где были четко высказаны, так сказать, позиции, как себя вести, как что, где. То есть везде есть ответственные лица. Но вот в основном люди находятся сейчас дома. И, ну, готовятся к любому варианту. Taip, Andrej, а в Кременчуке не было ни атак никаких, ни бомбы не падали, ни ракеты тоже не... На данный момент нет. Но šiuo metu Kremenčiukas nebuvo bombarduojamas, tačiau netmetame tokio varianto, nes priešas puola karinius dalinius, ten kur kariniai įranga ir panašiai, ir ne tik pasienio teritorijoje, bet ir centrinėje bei vakarų Ukrainoje, ir mūsų apskrityje netoliese. Situacija tokia, kad labai trūksta medikamentų, nes kai kurių Ukrainoje tiesiog nebėra. Не только приграничные районы, да? Не только, но и на Западной Украине, и в Центральной Украине, и даже в нашей области вот здесь рядом, поэтому... Понял. Ну и, конечно, ситуация такая, мы очень заинтересованы в медикаментах, потому что на Украине некоторые уже медикаменты просто исчезли. Андрей, чем могут помочь вот, город Алитус и литовские люди? Чем и какая сейчас помощь? Вот вы говорите о медикаментах, но это тоже как-то доставить, наверное, надо на Украину. Mūsų krėti jūsų solidarumas, turi daug draugų Alytuje, Lietuvoje ir tie, kur gyvena Lietuviai ir kitose Europos šalyse, jie visi man parašė, skambino jūsų tarybos nariai, mūsų bendras draugas Alytiškis Vidas Kerošauskas taip pat paskambino, pasiūlė pagalbą. Ir tie, kurie daže užė žyvūti ne tik v Lietuvėje, v drugih stranach mira, litovci, они все прислали мне либо в личку, либо вот на Facebook, на WhatsApp, звонили депутаты вашего совета. Очень многие, с которыми мы общаемся, да. даже Сигидас Леонавичус, и многие, я не буду называть всех, чтобы не обидеть никого, кого вдруг не назову, а наш общий друг, ваш земляк Видас Кирушаускас, который сейчас на дипломатической службе в Казахстане, да. И тоже позвонил и поинтересовался, чем помочь, и пытается, вот по медикаментам мы дали этот перечень медикаментов, и он пытается их найти в Казахстане и организовать каким-то образом доставку, переправить сюда, да, в Кременчук. Андрей, это не было неожиданности. Все ждали, будет или не будет. Сегодня вот президент Владимир Зеленский уже объявил всеобщую мобилизацию. Вы говорите, что паники сейчас пока в Кременчуке нету, но украинцы же тоже понимали, что это может случиться день изо дня. Андрей, ты не был налаукты, украинцы тикеются. Да, ну, вы знаете... Mūsų ukrainietiškas būdas toks, mes nesitikėjome, kad būtent tokiu būdu viskas bus, nesitikėjome iki galo. Atrodė, kad pasaulio bendruomenė to neleis, tačiau kas atsitiko, atsitiko. Ta kansa užu, vat, visio eto. Kazalės, to mirovoje sovšėstvo nedožno buvo dopustyti, no, tem nemenė, što proizašlo, to proizašlo. Vat, no, glavne, u nas četko работают все службы. Сейчас. Да, это главное. Вот, к этому подготовились, то есть вот, понимаете... Svarbiausia, kad visos tarnybos dirba tiksliai, yra pasiruošę.
Žmonės rankų nenuleidžia. Visos tarnybos dirba ir tvarkos, palaikymo ir sveikatos. Mes tik bijome, kad ir pas mus bus dar sudėtingesnė situacija. Nu, mes prosto baimsi tavo, što у нас тоже придет какой-то момент какой-то, когда нужно будет и более, могут быть более сложные моменты. Андрей, из Кременчука эвакуация какая-нибудь идет или нет? Или все-таки население нет. остается на своем месте? Нет, сейчас не идет никакой эвакуации. Эвакуация из Кременчука колкас не викста. Викста из Киева, риту району. Значит, ваш Киев прежде всего, вот, районов Востока. Вот, у нас нет. Понял. Чем мы можем помочь? Я понимаю, что моральная поддержка это тоже должна быть, но все-таки в такой ситуации, как вам кажется? Ко галим подейти в такой ситуации? Pirmiausia, solidarumas. Mačiau, kad Alytuje prie savivaldybės pakėlė Ukrainos vėliavą. Mums tai labai svarbu. Mes tai visur viešinsime. O dėl fizinės pagalbos, medikamentų ar kitko mes dar padirbėsim ir susisieksim, jei tai bus būtina. Stengiamės versti savo jėgomis, bet yra vietų, kur pagalba būtina. Mes jį įpostim po visiems sredstvų masų informaciją. Sičias, mes dažnai dagovarysim, mes sičias dėl našų gazėt dadim informaciją apie tam. Вот. Но что касается какой-то помощи вот физической, скажем так, ну вот в виде там медикаментов или чего, нужно просто мы еще поработаем над этим, и может быть просто с кем-то свяжемся, если нам это будет необходимо. Ну, мы стараемся своими, конечно, силами выходить из этой ситуации, но есть позиции, которые нам необходимы. Я понимаю. И еще один, Андрей, вопрос. Это как сами жители, как люди, как они восприняли вот это утро? И есть какое-то сплочение все-таки? Потому что пропагандисты там говорят, ну... Как гивентуи еще рита изгивену? Ар ира сусискальдимас кокс норс, как калба пропагандисты? Колкас паникос нера. Жмоне сусиконцентраве уж саво вальстибе. Ватнику пас мус нера, арба ие дар не пакели балсо. Кременчукас венас из толерантишку месту топат мету патриотишку. Пас мус жмонес лабай мили Украина. Несте гивена лабай daug įvairių tautybių žmonių ir jie visi vieningi. Пятых колон. Ватников, да. Да, вот, ну, вот как-то, или они еще не подняли свой голос, но их нет. Нет. Я думаю, что в этом плане Кременчук, он один из таких очень толерантных городов, но в то же время патриотичных. Да. У нас очень люди любят Украину. Я... Красивая она у нас здесь, и поэтому как ее не любить, знаете. Это все-таки вот. Своя родина. Да, город Кременчук, он очень многонациональный, и у нас много диаспор разных народов, и европейских, и азиатских, ну, скажем так, и поляки есть, и литовцы есть, и азербайджанцы, и армяне, немцы, евреев очень много. И, в общем-то, идет, скажем так, все, и национальные общества, все тоже высказываются, нет никаких... Разногласий. Да, да, я понял. Андрей, большое спасибо, что сегодня нашел время. Я думаю, что время от времени мы будем с вами зазваниваться. И, конечно, эта солидарность, она должна быть, я так думаю. Ачу Андрею Мельнику. Дякую. Спасибо. Kremenčiuko vystymo instituto direktorius pavaduotojas Andrejus Melnikas buvo mūsų pašnekovas tiesiai iš Ukrainos. Kaip matome, panikos nėra, sakė mūsų pašnekovas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien pateikė aukščiausiai radai įstatymą ir skelbiama visuotinė mobilizacija. Iš tikrųjų, ko gero, šią temą mes dar kalbėsime ne vieną kartą ir šios dienos mūsų eteryje. Radio stotis FM 99. Šios savaitės tema.